Новосибирские художники изобразили, как изменился наш город и его жители во время карантина. Полотна выставили на аукцион. Вырученные деньги передадут в благотворительный фонд «Солнечный город». Средства пойдут на проект «Остаться с мамой». Где можно увидеть картины, расскажет Вероника Иванова. На полотнах молодых художников Новосибирска во время локдауна изображены мечты горожан об отдыхе на природе и грусть по живому общению с друзьями. Удивительно, но именно эти чувства подтолкнули некоторых новосибирцев раскрыть свой творческий потенциал. Я архитектор по образованию, закончила НГАХа, но никогда не рисовала. Все-таки больше работала по профессии сейчас. Мне хотелось показать, что эта тема затронула всех, не только в нашей стране, вообще во всем мире. То есть мы оказались заперты дома, причем кто-то оказался запертым не в своем доме, невозможно, скучал по дому. То есть, ну, например, да, то есть одно из изображений – это человек, который оказался, например, возможно, в нашей стране, да, но хотел вернуться домой, к себе. В экспозиции есть работы и профессионалов. Выставляют пейзажи, портреты и даже абстракции. София Каунова рисует в технике спиртовых чернил. Ее работа в экспозиции символизирует сочетание хаоса и порядка. На меня очень повлияла одна книга, возможно, догадаетесь, сейчас расскажу сюжет. Автор говорит о черных лебедях, то есть события в мире, которые происходят внезапно, но они меняют абсолютно весь план человечества. То есть мы привыкли делать что-то все стабильно, стремимся к какой-то стабильности, а при этом миром управляет абсолютный хаос. И техника выглядит так, что мы рисуем с помощью воздуха. Художник может спланировать общий вид, а внутренние все полоски, они рождаются хаотично. Картин на выставке 15. Все они победители творческого конкурса, объявленного фармацевтической компанией этим летом. Так организаторы решили показать новосибирцам, что в любой ситуации, если постараться, можно найти что-то хорошее. Концепция самого мероприятия была задана как раз, по нашему мнению, необходимостью выхода из всей пандемийной, коронавирусной истории. То есть в сознании людей посеять то, что жизнь продолжается, нужно идти дальше, нужно привыкнуть, нужно адаптироваться к новым стандартам нашей жизни. После торжественного открытия выставки проводят аукцион. Организаторы продают все картины. Средства направят в благотворительный фонд «Солнечный город» на проект «Остаться с мамой». Но отправятся полотна к новым владельцам только через месяц. До этого все желающие могут бесплатно посетить выставку в холле Новосибирского университета архитектуры. Вероника Иванова, Анна Буянова, Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.